Привет всем, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и по просьбе подписчиков я начинаю записывать второй сценарий по прохождению Resident Evil 2. Суть этого сценария в том, что мы начинаем проходить в первую очередь за Леона Скотта Кеннеди. И сюжетная линия будет развиваться немного по-другому. Так, новая игра. Проходим на уровне сложные обычная. Это как бы считается самая сложная. Ну что, поехали? Resident Evil 2. Странный случай произошел на окраине американского пригорода Раккун-Сити. Как оказалось позже, причиной страшной катастрофы был вирус T. Новый токсин, который был создан международной корпорацией Umbrella Incorporated для использования в экспериментах с биооружием. Дело городской полиции Раккун-Сити. Специальное подразделение полиции незамедлительно начало расследование этого дела. Эксперименты корпорации Umbrella были далеки от завершения. Интересно, что у нас здесь? Этот парень какой-то маньяк. Зачем он укусил меня? Боже мой, какой ужас! Кто же это сделал? Что это такое? Кто эти люди? Хорошо, предупреждаю, не двигаться! Не двигаться! Нет! Что произошло с этими ребятами? Им, похоже, все равно. Боже мой, какая-то чертовщина. Подождите, не стреляйте! Пригнись! Мы не можем оставаться здесь. Поехали в полицейский участок, там более безопасно. Сюда. Ну, вперед. Хорошо. Что происходит? Этот город просто сошел с ума. Отлично. Радио не работает. Вы полицейский, правильно? Ага. Первый день на работе. Классное начало, да? Леон Кеннеди, будем знакомы. Я Клара. Клара Редфилд. Мне нужно найти здесь моего брата Криса. Пожалуйста, открой бардачок. Конечно. Здесь пистолет. Возьми его. Осторожно! Берегись! Ты в порядке? Можно и так сказать. Блин, этот идиот гонится за нами. Беги! Клара! Лайон! Я в порядке. Пробирайся к участку. Встретимся там. Хорошо. Они были разделены роком судьбы. Это только начало их ужасного кошмара на его. Так, в этот раз я поменяю управление на автоматическое. Вот. Так. Блин, попался. Что-то как-то не ожидал я этого. Пробегаем всех, не будем тратить на них патроны. Бежим сразу в магазин оружия Кенда. Не с места. Кто ты? Что ты здесь делаешь? Не стреляй, я человек. О, извини. Я думал, ты один из них. Что происходит в этом городе? Подожди. Я даже не знаю. Прежде чем я заметил что-то неладное, город уже был полон этих зомби. Так, пообщались. Берем патроны. Чувачка съели. Надо взять ружье у него. Да что ж вы не дохнете-то? Еще живой. Опа, патронов нету. 8 патронов осталось. Так, больше не дышит. Еще живой. Ну нифига он. Живучая падла. Так, берем патроны. Нифига мне проверка. Это мы уже все знаем. Так, больше ничего нет. Двигаемся дальше. Нам нужно добраться до полицейского участка. Так, после всех прохождений от сценария за Леона, сценарий за Клэр, я выложу бонус видео, в котором расскажу про каждого персонажа. Потом покажу дополнительные сценарии за Ханка. Вот. Ах ты козел. Плюс экстремальная битва или как-то так, по-моему, называется. Не помню уже. Ее выложу. Потом в том же видео я покажу костюмы, как их добыть. Там несколько там всяких пасхалок, секретиков покажу. Вот. Думаю, вам понравится. Надеюсь на это. Ну а после хочу еще выложить игрофильм. Так, наблевал. Выложить игрофильм. Где совмещу чисто сюжет Клэры и сюжет Леона. Думаю, где-то в трехчасовой фильм уложусь. Да падла-то. Так. Так, ладно, обойдем этих чувачков. На всякий случай. Плюс там еще травку возьмем. Здесь она лежит. Ну, собственно, добрались до полицейского участка. Патроны для пистолета. Отлично. Берем ленту. Ну и, наверное... Наверное, я сохранюсь. И уже продолжим исследовать... Начнем, даже не продолжим, а начнем исследовать... полицейский участок в следующей серии уже. Я со всеми прощаюсь, до новых встреч. Не забываем подписываться на канал, группу ВКонтакте, ставить лайки. Всем пока.